Израильская авиация нанесла серию ударов по сектору Газа. Атака, как заявили в Тель-Авиве, стала ответом на обстрелы со стороны палестинских боевиков. По данным армии обороны Израиля, из 150 ракет 25 были перехвачены системой ПВО «Железный купол». Один из снарядов попал в жилой дом, ранены двое человек. В свою очередь, ВВС Израиля поразили более 100 объектов на палестинской территории. Уничтожены штабы, туннели, тренировочные лагеря, арсеналы и производственные объекты, которые использовало движение «Хамас». Жертвами ответных ударов стали 3 человека, 12 пострадали.